Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Сегодня мы показываем вам хвостиков, которых вытащили из ППЖ, спасли от неминуемой гибели. Не всех показываем, только часть вытащенных. Несколько дней люди, с кем я сотрудничаю, ездили, забирали и развозили по передержкам. Говорить о том, что они спасены, еще рано. Некоторые передержки, так себе. Все собаки на улице, а там минус 50. Одно точно, собаки сытые. Их уже не разорвут сородичи. Сейчас нужно искать пассажиров, искать места на передержках. И также проблема с переносками остается. Переносок пока не хватает. И отправить туда быстро и оперативно также не получается. Много других хлопот также по вывозу. Думаю, что эти кадры не оставят вас равнодушными. Посмотрите реакцию собачуль. И страх, и радость, благодарность. Сколько эмоций на то, что они вытащены из жутких вольеров. Кушай, кушай. Кушай. Кушай, кур. Сейчас будем прибивать шторку. Прежняя собака шторку оторвала. Сейчас шторочку тебе прибьем. Кушай, корм кушай. Обращаюсь ко всем, кто откликнулся на финкураторство. Дорогие мои душевные люди, подождите еще немного. Мой WhatsApp переполнен сообщениями. Кто-то задает много вопросов, кто-то просто хочет пообщаться. Пожалуйста, уважайте чужое время. Создать чаты финкураторов для десятков собак, оформить людей по чатам – это трудоемкое занятие. Подождите, пожалуйста. Я отвечу всем обязательно. Нужно найти время среди наших забот здесь, на передержках. 200 спасенышей тоже требуют внимания. В данный момент идут несколько операций, и я тоже там нужна. Там тоже надо принять решение и тоже куда-то определить после операции. У меня аврал. Скромняшечка, да? Ну, моя маленькая. Скромняшечка. Недавно это щенки были, девочка. Совсем лысая, совсем. Друзья, 7 декабря нашему каналу исполняется 3 года. За эти 3 года мы с вами спасли, вывезли и нашли дом не одной сотни собачуль. Спасаем, пока есть такая возможность. Ой, как ты дрожишь. Иди сюда. Иди, иди, чтобы приехали. И, друзья, еще одновременно решаю проблемы по переноскам, по срочной транспортировке. И поверьте, не все получается. Можно купить еще новые, но это затратно по деньгам. А я стараюсь сэкономить им на жизнь и спасти еще кого-то. Все есть? Все, парень, сиди пока. Приехали на передержку. Прям тростиночка сидит. Совсем.
хороший. Сейчас поедем. Маленькая ростом, худенькая, новенькая. Посмотрите на эту мордашку. Скажите, мы гуляем. Идите гулять, идите скорее, бегайте. Ай, как хорошо. А? Иди гуляй, иди погуляй. Иди, мой хороший. Так, ну вот. В общем, ждем сейчас наших собачуль. Сено подсыпали, на будке сено положили, туда сено подсыпали. Очень хорошо. Сейчас собачку несем и покараулим, пока они будут кушать. Всем четверым по углам.
Мы показали часть собачуль, вытащенных из ППЖ. Впереди много самолетов. Будем встречать, показывать прибытие. Завтра смотрите очередную встречу хвостиков. Впереди большие расходы. Помогайте им улететь из Якутска, друзья. Я кричу, я плачу, я прошу вас, я умоляю. Давайте только вместе, только сообща.